23 марта в Беларуси в 17 раз стартовала традиционная республиканская добровольная акция Министерства лесного хозяйства «Обновим лесы разом». В планах на эту весну заложить порядка 18 тысяч гектаров новых лесов. Для этих целей подготовлено почти 22 миллиона штук посадочного материала. В нынешнем году акция приурочена к году качества. Министерство лесного хозяйства определило именно качество лесовосстановления одной из приоритетных задач для отрасли в текущем году. Не остался в стороне от мероприятия и Сморгонский район. Республиканская добровольная акция «Обновим лесы разом» в Беларуси проводится уже на протяжении длительного периода времени. Интерес к мероприятию только возрастает. Как показывает статистика, ежегодно к важному делу присоединяется все больше добровольцев. Беларусы участвуют в акции с семьями, не остаются в стороне молодежь и трудящиеся, представители государственного управления и общественные организации. 12 апреля к марафону присоединились работники производственного управления «Сморгоньгаз» и депутатский корпус Сморгонщины. Ежегодно мы участвуем в республиканской акции. Эта акция в этом году называется «Восстановим леса вместе». Раньше называлась «Неделя леса». И мы уже с новым 29-м созывом принимаем участие. Я считаю, такой добротной, хорошей акцией, которая направлена на улучшение экологии, на сохранение леса. Наш край становится чище и красивее. И такой наказ нашему молодому поколению – что надо, конечно, природу беречь. Внести свой вклад в увеличение лесных угодий страны может каждый. Достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании. Лесохозяйственные учреждения обеспечат волонтеров необходимым посадочным материалом, а также инвентарем, обозначат объекты, которые нуждаются в посадке леса. На территории Сморгонского района лес сажу первый раз. Раньше, конечно же, принимала участие, когда проживала в другом районе. Считаю, что в год качества это очень важно, ведь лес – это наше богатство. Время, проведенное на природе, конечно же, нам дает возможность насладиться красотой природы, весны, что за нашими рабочими буднями нам не так уж и удается сделать порой. И я призываю всех неравнодушных людей поучаствовать в акции и внести небольшой свой вклад для того, чтобы возобновлять наши лесные территории.